Очередное спасибо Центральной городской ярмарке. В очередной раз вам доказываю, что в Магнитогорске автомобилей больше, чем вы можете представить, посещая салоны дилеров. Понимаете, вот у меня такое отношение к Магнитогорску, что это город, в который приезжают насосы и выкачивают наши бабки. Представляете, да? Челябинские насосы приехали. Понастроили себе дилерских центров и наши бабки выкачивают. Мне это не очень нравится. Вот лучше наша Магнитогорск, которая продает автомобили. Первый раз еду я на автомобиле не так распространенном, как это было бы ранее привычно вам донести до сведения. Как я так круто, да, замучил? Все очень сложно, потому что мне сказали, будешь кататься на Mazda Demio. Я, естественно, залез в интернет. Сейчас вам расскажу кое-что про этот автомобиль. Вот, но не ожидал увидеть Mazda Demio первого поколения. Дело в том, что в 1987 году Ford и Mazda, вот так-то они задумались и понравились друг другу. Вот. Ну а поскольку в Америке не катили маленькие компактные минивены, а в Японии не катались, в смысле не катили каналайны, то есть большие вены. Вот. Но при этом центр притяжения это была Европа, но необходимо было состряпать компактный минивэн. Вот. На базе Mazda 121. И вот в 1992 году началась продажа вот этого автомобиля. И он также известен как Mazda Metro и Ford Festiva Mini Wagon. Понятно, да? Ford Festiva Mini Wagon 100% японец. Адаптированный под, естественно, Европу. Потому что в Европе вот нужны такие автомобили. Из чего эта машина сделана и как эта машина сделана? Эта машина обладает двумя двигателями, 1.3 и 1.5. При этом двигатель, вот на котором мы едем, B3ME, он как раз выпускался с 96 по 98 год. Это 82 лошадиные силы и 108 ньютонов на метр. Ну, в принципе, достаточно. Вот. Дальше эта машина настолько адаптировалась, что на ее базе начал изготавливаться Ford Fusion. И дальше уже пошла в серию Mazda Demio. Уже, так, это второго поколения. Мы ездим на первого поколения автомобиля. Естественно, вся продукция Ford, так же как и продукция Mazda, рано или поздно пользуется таким успехом, что им присуждается премия машины года. И в 2008 году Mazda Demio, она же Mazda Demio, да, вот, получила это звание. Чем интересна вот эта машинка? Да, кстати, машина выпускается Европа, Азия. Вот сейчас она Mazda 2 и там еще что-то выпускается во всем мире, в общем. Вот, эта машина чем интересна? Машина предоставлена Центральной городской ярмарке 1998 года выпуска. Мы едем на автомобиле, который воняет. Знаете, почему воняет? Ну, потому что здесь поставили новый двигатель. Дело в том, что предыдущая хозяйка, понятно, забыла масло. Вот, а человек, владелец, он занимается именно поставками двигателя. То есть то, что здесь пробег 200, там, тысяч с небольшим, я имею в виду, это абсолютно ерунда. Дело в том, что двигатель здесь новый, вот он сейчас обгорает. То есть понятно, да, в первый раз едем на автомобиле с новым двигателем. То есть раз машина проехала 200 тысяч, то она столько же и проедет. Раз это Ford и раз это Mazda, то тут внимание.
ни Ford, ни Mazda не зарабатывают на запасных частях. То есть, если вы заходите и заказываете запасные части, еще раз напомню, что Mazda Demio, что Mazda 2, что Ford Fusion, точнее Ford Fiesta, Ford Fusion в тот момент прекратил существование, потом стал Ford Fiesta, то есть запчасти у всех все одинаковые абсолютно, то есть подвеска там, то есть рычаги, это все, все это все копейки стоит. Если, значит, человек, к которому обратились за запчастями, делает круглые шары, то, значит, наверняка он где-то видел дивное сибирское животное, точнее, не сибирское, а полярное животное под названием писец. То есть, если вам человек говорит, что где-то рядышком прибежал писец, вы сразу разворачиваетесь и вы объясняете, что писцы у него в голове. Потому что эти машины, они недорогие в обслуживании, это вообще клевые машинки. То есть, в принципе, я бы не сказал, что это маленький вен, потому что если демонтировать заднее сиденье, то хватит места. Вот. Машина, которая сейчас стоит 165 тысяч рублей, предоставлена нам центральной городской ярмарке. Это автомобиль того ценового сегмента, который я очень сильно люблю. Дело в том, что я не люблю переплачивать деньги. Вообще ни за что. Надоело просто. Вот. То есть, купив себе машину, ну, вот, допустим, 98 года, еще раз напомню, как владелец японских автомобилей, я скажу, что японские автомобили, так же как американские, убить очень сложно. Даже если вы сильно над ними измываетесь. Вот так вот. Поэтому приезжайте на центральную городскую ярмарку и вот этот автомобильчик. Да, он повидал виды, но он еще столько же покатает, если не больше.